Всех приветствую, дорогие зрители канала Герчики Ко, с вами Виктория Сипчук. Тема данного видео будет про то, зачем нужны шаблоны правильной и неправильной сделки, да, там, либо правильных и неправильных сделок. Что входит именно в эти шаблоны, да, именно в ваши сценарии. В этом видео я расскажу, как это важно, да, иметь перед собой, также у себя в голове, да, держать эту картинку вашей вот идеальной правильной сделки и вашей неправильной сделки, да. Соответственно, вы это все фиксируете на практике, да, на своей торговле, на своих убытках и на своих, так сказать, на своей лучшей прибыльной сделке и на своей худшей прибыльной сделке, на своей худшей, так сказать, убыточной, да, самой такой неудачной сделке. Вы собираете шаблоны, знаете, так как найди там 10 отличий, да, и вы также собираете ваши сценарии. То есть хороший сценарий, неправильный сценарий, да, правильная картинка, неправильная картинка. Вам это поможет, да, то есть почему я с уверенностью это говорю, потому что в одно время помогло это мне, когда я начала делать вот эти вот шаблоны, картинки, начала понимать конкретно, да, что я хочу видеть на графике, какие условия должны быть при определенном сценарии, да, там, закрытие, подход к уровню. То есть, если я вижу, что конкретно этого не происходит, да, тех условий, которые есть в правильной сделке, я не могу в эту сделку зайти. Так, ну давайте начнем с шаблонов, да. Первое – это шаблон правильного сценария. Второе, да, шаблон правильной точки входа. И третье – шаблон правильного риска и прибыли. Я покажу также на примере, как это выглядит, в принципе, на графиках. Вы можете это зарисовать. Можете это нарисовать на тетрадке, да, где-то на листочке. Вообще просто закрыть монитор и нарисовать этот сценарий. Вы можете выделить его на графике, потом нарисовать, например, в Paint или, на, опять же, на лист, да, перенести это все ручкой от руки нарисовать, чтобы вам это проще, вы уже отчетливо понимали, да, какой сценарий вам нужен, чтобы вы зашли. Так вот, шаблон правильного сценария. Что сюда входит? Во-первых, сценарий, да, что вы хотите торговать? Пробой, ложный пробой или отбой, да, вы примерно представляете. Так, картина должна быть такая. Я торгую там по тренду, да, я торгую против тренда, я захожу вот когда прошло столько-то баров. Я захожу на дневном графике, например, или я захожу на часовики, но на дневном графике должно быть это. То есть у вас конкретно должно быть конкретно что-то определенное, что вы понимаете, да, и от чего вы, в принципе, зарабатываете деньги, от чего у вас идет прибыль. Опять же, это все дело вашей практики. Вы должны поторговать, чтобы понять это, да, на каких картинках больше всего зарабатываете. И эту картинку, так сказать, отточить, да, довести до идеала. Второе, шаблон правильной точки входа, да, опять же, здесь уже важен уровень, да, какой уровень вы берете там для пробоя, да, или для ложного пробоя. А какой ложный пробой или пробой должен быть там большим баром, маленьким баром, подход близко к уровню, не близко к уровню. Вот эти все моменты вы должны себе зафиксировать. Третье, шаблон правильного риска и прибыли. То есть от определенного сценария у вас зависит риск и прибыль. На каждом сценарии есть свой риск и прибыль. Нет такого, что везде риск одинаковый. Нет. Где-то можно поставить риск меньше, где-то приходится риск ставить больше. Все зависит от рынка, да, от волатильности и от вашего сценария. Вы пишете, да, себе, например, в шаблон правильной сделки. Вот здесь риск такой, там, при пробое я ставлю стоп вот такой-то, там, за, там, пробивающий бар, за лоу пробивающего, например, бара, да, допустим, там, или за ложный пробой я ставлю стоп, тейк я ставлю где, опять же, я беру, там, 3 к 1, 5 к 1, или я беру какое-то техническое расстояние. Вы себе это все фиксируете, не из головы берете, придумываете, а смотрите на свои прибыльные сделки, оттачиваете и примерно представляете, да, примерно как рынок работает, да, ищите вот эти вот закономерности прохождения этого расстояния, да, на ваших сделках, на которых вы, на сценариях, на которых вы зарабатываете. И второе, да, неправильная сделка, то есть у вас также должен быть шаблон неправильного сценария, шаблон неправильной точки входа, и третье, шаблон неправильного риска и прибыли, то есть у вас должно быть наоборот, да, то есть тот же самый похожий сценарий, например, тот же ложный пробой, но почему-то в том сценарии, где правильная сделка, у вас прибыльная сделка, у вас почему-то ложный пробой проходит, а вот в каких-то моментах ложный пробой не проходит. Почему? Вот вы себе уже должны задать вопрос, поискать это на графике, посмотреть закономерности, почему в данном случае ложный пробой не работает, что в нем, что в сценарии не хватает. Что-то, например, с дневным графиком не то, волатильность не та, зона какая-то уже другая, да, бары уже не так поставлены, не там закрылись, там далеко, близко и так далее. На самом деле нюансов очень много.
Так, давайте я вам покажу на графике примерно, как это примерно выглядит, да? Вот я сегодня говорю именно примеры, а, соответственно, у вас все свое, да, свои сделки, свои шаблоны. Я показываю пока то, что я пример, да, вот именно конкретно, как должно это выглядеть. Так, секундочку. Вот сценарий, выход, например, да, мы берем выход из канала, накопление и пробой. Вот вы торгуете, например, вот вы любите вот эти каналы, допустим, да, вы трейдер, любите накопление, и любите заходить именно вот в выход из этого накопления. Допустим, я торгую, вот у нас канал, да, я торгую вот по тренду, вот у нас тренд идет, рынок падает, я торгую выход из канала, да, от уровня поддержки, ниже уровня поддержки я захожу, при каких условиях я захожу, да, там на минутки, на часовики или на дневки определенный бар должен быть, да, близко, возможно, должен как-то закрыться и так далее, да. То есть также ставите риск, куда вы ставите риск, сюда стоп вы ставите или сюда, за какой бар вы ставите стоп, да, на каком таймфрейме вы ставите стоп, это тоже очень важно. Соответственно, с тейк-профитом то же самое, куда я ставлю цели, да, там, прохождение какого расстояния я беру именно в конкретном сценарии, да, то есть ваш шаблон примерно должен быть так выглядеть, да, сам сценарий, общее понимание, да, там, рынка, да, общая картина рынка, какие бары должны подходить к уровню, какой уровень я беру, какая зона здесь, да, дальше при пробое, потому что когда пробивается уровень, вам важна зона, да, какая она зона, именно с левой стороны. И пример неправильной сделки, шаблон неправильного сценария. Допустим, вот смотрите, здесь у нас накопление и произошел пробой, да? Здесь у нас вот такой вот широкий канал, так называемая широкая консолидация, но пробой не состоялся. Почему? Рынок у нас восходящий, да, восходящая тенденция. По идее, мы должны пробивать и идти выше. Этого не произошло. Это ваш шаблон, да, то есть вы здесь выискиваете уже. Почему рынок, почему инструмент не пошел выше? Почему, что поспособствовало, да, какие были предпосылки здесь, да, какое было движение? Там ложный пробой, да, он там сработал, там пошло опять подтверждение, либо затухание волатильности, либо что-то еще, да, вы это все выискиваете, опять же, на графике и смотрите, почему данный сценарий срабатывает где-то, а где-то он не срабатывает. И вот эти ваши шаблоны, да, идеальное и неправильное, да, там идеальное и то, что не нужно делать, то, что, во что не нужно заходить, вы себе прописываете определенный, да, то есть вот тут произошло, например, там далекое закрытие, там произошло близкое закрытие, да, что хорошо при пробое и так далее. То есть примерно вот я вам показываю в данном видео, как то, чтобы как должно оно выглядеть. Возможно, вы там свое, да, свои сценарии, соответственно, у вас будет свой подход. Для чего это нужно, да? Я хочу этим видео сказать то, что данные шаблоны вам нужны, особенно если вы не можете разобраться, да, в своих убытках, у вас достаточно много убыточных сделок, вы торгуете там все подряд, у вас нет какой-то конкретной системы, вам это нужно, потому что вы таким способом, да, вот именно вот такими вот закономерными шаблонами уже будете конкретно понимать, куда вам не нужно лезть, да. То есть у вас есть конкретный шаблон, у вас есть конкретная картинка, в которую вы можете зайти, да, определенные условия, которые вам рынок дает. Неважно, какой инструментов, валюты или акции и так далее. Вы должны это просто отследить. Вот. И шаблон, то, что не происходит, тоже у вас должен быть в голове, да. Желательно, чтобы он у вас был перед вами, если вы только там, только торгуете, да, только учитесь, чтобы вы это не забывали. В принципе, все, что я хотела сказать в данном видео. Если вам видео понравилось, было полезно, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчико, чтобы не пропускать следующие видео. Всем, конечно же, успешного обучения, торгуйте правильно. Всем до встречи, всем пока.